Мы входим в тот федеральный проект, это зерновой коридор, и один из 7 хабов зерновых будет в Заводуковске, это весьма такой хороший для нас фактор, ибо есть реальность сбыта зерна, причем по мировым ценам, поскольку наверняка поставка пойдет Китай, Индия и азиатская составляющая. Сейчас для нас основная задача, для тюменцев, вот урожай 2 миллиона тонн мы собрали в прошедшем году. Рекордный, да, но цены упали. Сразу ниже себестоимости. Вот для нас это уже как раз выход из ситуации. То есть нужна переработка, нужна сегодня уже продукция, которая будет иметь какой-то конечный продукт для реализации за пределами и Российской Федерации.